Открытие чемпионата мира по футболу в Москве стало для россиян, пожалуй, самым ожидаемым событием 2018 года. Сегодня, 14 июня, в день старта Мундиаля, наши сограждане проявили удивительное единодушие и, прильнув к телеэкранам, всем сердцем болели за отечественную сборную. Даже те, кто никогда не выказывал страстной любви к футболу, увлеченно следили за игрой, в процессе просмотра, комментировали происходящее на поле в соцсетях. Многих знаменитостей тоже захватило это массовое помешательство, они с удовольствием делились впечатлениями в своих микроблогах. Как Россия громила саудитов на чемпионате мира, телеведущая Юлия Барановская в компании супруги спортсмена Юрия Жиркова Инны следила за матчем с трибуны Лужников. В своем инстаграм Юлия на первую победу нашей сборной отреагировала множеством восторженных смайликов. Недалеко от Барановской держали кулаки за российских спортсменов певцы Олег Газманов, Александр Малинин и Лев Лещенко. Судя по фото, которое опубликовал Газманов в сети, артисты отлично проводили время. Как оказалось, вокалистка Зара заядлая болельщица. Брюнетка пришла не стадиону с красавцем сыном. Певица Анна Седокова также присутствовала на трибуне. Исполнительницу очень впечатлила церемония открытия. Об этом звезда рассказала в своем микроблоге. Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми отдыхают на шикарном курорте. Ради просмотра футбольного матча звездное семейство оставило морское побережье и переместилось поближе к телевизору. Радость от выигрыша россиян Галкин проиллюстрировал в своих соцсетях. Актриса Кристина Асмус сейчас находится на гастролях в Оренбурге. Но это не помешало ей насладиться трансляцией матча на большом экране. Напомним, чемпионат мира по футболу открылся 14 июня в 18 часов МСК. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии. Игра прошла на столичном стадионе «Лужники». Наши спортсмены разбили противников со счетом 5-0.